С вами Дмитрий Васильчик. И сегодня я вам расскажу историю про пирамиду на Хеопса. Я вот рассказывал, наверное, уже, что раньше я много выступал, и у меня была куча атрибутов, и потом эти атрибуты, они постепенно скапливались на даче, и вот я нашел недавно у себя в чуланчике один из таких атрибутов. Я, в общем-то, выступал в этом атрибуте, по-моему, один или два раза всего, потому что, ну, на наших сценах новосибирских так ничего не слышно. Когда вот это еще закрывает, все вот так вот уши закрывает, то вообще ничего не слышно. То есть вот эта гарнитура — это вообще отдельная тема от каски. То есть, если бы в каске, конечно, были бы как бы наушники, да, и которые я слышал, и что играют ребята, и что я пою, то понятно бы, что было бы удобно. А так, ну, это просто и так не слышно, а так еще не слышно. Поэтому после двух раз я ее убрал в чуланчик, и вот буквально на днях благополучно ее откопал у себя на дачке. Также мои звери вот эти тоже, они тоже... дачи, они тоже живут здесь, поэтому я их тоже решил сегодня немножко пропиарить. Значит, ну, было бы, конечно, здорово, если бы там они все были бы на М. Ну, если это мартышка, например, да, это, например, слоненок Мартин какой-нибудь, а это мартовский заяц, да, то, в принципе, ну, было бы здорово. Это было начало 2012 года. Ко мне подошел приятель и говорит: ты не хочешь себя попробовать, значит, в роли вкладчика МММ? Я говорю: ну, это смешно, потому что все мы помним, я, наверное, сниму очки, потому что, ну, 4 глаза — это слишком. Все, кто помнит советское время, когда эти вот МММ, все эти вещи, люди, конечно, вкладывались и потом очень сильно прогорали. Он говорит: сейчас такая тема идет, что можно абсолютно спокойно взять, просто не вкладывать сразу деньги, а взять справку из банка о том, что у тебя на счете есть деньги. И потом в определенный момент мы у тебя, конечно, эти денежки, ну, попросим. Но мы тебе скажем, когда этот момент, да, чтобы ты до этого успел как бы их вывести. Заманчивое предложение, это было 60% месячных. Ну, я в такие игры не играю, но если деньги не вкладывать, я в такие игры, в общем-то, в такую игру решил сыграть. Хотя, ну, слабо верилось, как бы, но потом почему-то вот намерение стало со временем как бы все более-более опускать свои корни, и в конце я уже был практически уверен в этом. Ну, как бы, пусть идет все как идет, но все-таки, конечно, ну, будет хорошо, не будет — нет, то есть истерить не буду. Я принес справку, значит, и мне сделали личный счет. А личный счет, ну, как вот в компьютере заходишь, там смотришь, у кого какие вклады, сколько, кто, под кем. В общем, это вообще темный лес. Это как будто вот так просто взяли, не знаю, там шарики бросили там на пол, и они раскатились. Потому что там нельзя было ничего понять абсолютно, у кого какие вклады, у кого какие счета. Поэтому я туда больше не заходил ни разу. И через месяц где-то мне сказали, что да, давай, начинай. Значит, мы будем выводить, то есть пиши заявку там, или как это делать, я уже не помню, будем выводить. И я завел карточку, специально карточки не было сюда до Сбербанка, завел счет. Каково было мое удивление, когда на самом деле мне пришли деньги, и я, как прекрасно помню, пошел в пиджачке банкомат. Банкомат что-то тогда больше 30 тысяч, больше 30 тысяч банкомат тогда не выдавал, и мне пришлось там много раз там
10 раз, грубо говоря, снимать их, полные карманы денег, вот эти тысячные. Там. Я показал по справке, значит, я тысяч снял. А, и мне говорят, ну еще вот тысяч еще будет скоро. И скоро там, через 2 дня, это все рухнуло. Все это рухнуло благополучно. И я говорю, ребята, ну где еще тысяча? Они говорят, да ты что, офигел? Радуйся вообще. То есть, как бы, тут, ну, эти ребята, ну, ребята просто на самом деле даже и родственников своих подписали, эти реальные деньги вкладывали, им пришлось просто там некоторым уезжать из города особо крупным фигурам. То есть, говорит, радуйся вообще, ну ты что, смеешься, заработал, ничего не вкладывая там тысяч, то есть, как бы, и еще спрашиваешь, где еще тысяч, сколько наглости надо иметь. Все, рухнула пирамида. Мне просто хотелось отдельно поговорить о нравственной стороне вот этой вещи, да, опять коснуться нравственно-моральной стороны, как бы, и немножко духовной. Что вообще, что происходит и как это происходит, каковы механизмы всего этого. Конечно, в такие игры я никому бы не посоветовал играть. Не посоветовал бы играть в игры, если нужно что-то вкладывать в это. Потому что, ну, это заведомо проигрышные варианты, да, и там 1 на 1000 вариант, а может быть там и на миллион, что ты что-то с этого поимеешь, особенно уже в конце пирамиды. Короче, в общем, в итоге, ребята, не рискуйте. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, конечно, но можно просто не дожить до розлива этого самого шампанского, играя в такие игры, если на самом деле вкладываешь какие-то средства и, как бы, уповаешь на случай, а не на холодный расчет. Отдать деньги человеку, если он их реально забыл где-то, меня не ломает. Но, а вот многие сейчас, наверное, скажут, что ага, люди несли свои последние денежки, а ты их тупо себе прикарманил. Ну, вот, типа, люди у своих детей последние деньги забирают, да, и несут вот этот МММ. А ты такой-сякой, Димон, пользуешься этим всем, да, воспользовался. Так, а кто тебя заставляет вообще нести эти деньги? Как бы ты сам у детей своих забираешь деньги и несешь их на помойку. Там ты мог бы, да, им молока купить, каши, понес на помойку. И кто в этом виноват? Димон тебя просил это делать? Нет. Ну, конечно, я не знал, что будет 100% успех. Это я, как бы, сразу вам говорю. Я не знал этого, конечно, что это будет 100% успех. И, но, как бы, какая-то, все-таки, да, какая-то уверенность в этом была. Во-первых, во-вторых, ну, как бы, да, это афера, своего рода афера. И нужно сказать, что вот люди, их же никто не заставляет туда свои деньги нести, вообще-то. Ну, как никто не заставляет? Их заставляет жадность. Ты даже сразу предупреждаешь, что может ничего не получиться. Че ты? Чем ты рискуешь, ты, имея детей, рискуешь вот таким образом? Че за игры-то? Это плохие игры. Риск в любом случае должен присутствовать в жизни, но он должен быть оправдан. Как бы, есть много других вещей, ради которых стоит рисковать. А это так. Казино. Казино, казино, казино. Это К, это З, это НО. Казино, казино, казино. Это К, это З, это НО. Короче, в общем, в итоге, ребята, не рискуйте. Ну, в общем, вот почему-то в этой ситуации мне не стыдно. Возможно, я не прав, но мне реально не стыдно было. Я не обирал, как бы, людей, да, то есть это были некие правила игры, в которой кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, как кубики, да. И я,
как бы не скажу, что я выиграл, да, потому что я-то свои последние деньги не относил туда. Но, конечно, я на суд моих зрителей, ну, выношу на суд своих зрителей сказать, хорошо это я поступил или плохо я поступил. А как бы поступил ты? Хотя, возможно, я не прав, напишите в своих комментариях, обсудим. Обсудим. Тем более прошло очень много лет, и я уже, конечно, точно не помню свои ощущения прям до мелочей. Но я понимаю, я сейчас думаю, что ничего в этом криминального и плохого в моем поведении, по крайней мере, не было. Вот покойничек Мавроди, вот он так вот сидел, по-моему, да, вот так вот сидел и придумал. Вот ему даже не нужно было... По-моему, не столько ему нужны были деньги, сколько он любил играть в эти игры. Он прям любил, это был его азарт. Он придумал все новые и новые правила, а люди все велись и велись. Ну, казалось бы, да, сколько можно учить вообще людей там? Учить, не знаю, учить дураков там или умных, обманывая их. Все равно люди ведутся на легкий выигрыш, на легкие деньги. Жадность человека ведет, она ослепляет его. Это были легкие деньги, и деньги бывают разные. Деньги бывают тяжелые, которые на самом деле очень тяжело достаются, и потом они тратятся очень тяжело. А легкие деньги, они очень легко тратятся. Ну, об этом свидетельствует очень много, конечно, случаев. Итак, друзья мои, с вами был Дмитрий Васильчев. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч. Heavy metal. Чай. Я похож на пилота. Heavy metal!